Вот оно, то самое утро. Нет, не то самое единственное, когда мы раз в год можем поверить в чудеса. Честно сказать, я из тех людей, которые верят в чудеса, ну, очень часто, потому что так складывается в моей жизни. Но это утро моего дня рождения, и оно особенное в любом случае. Сегодня мой юбилей, сегодня мне 35. Сегодня я не позволяю себе стать хуже, чем прежде. Я также просыпаюсь, я занимаюсь собой, я делаю легкую разминку, глоток воды и смотреть, что происходит в мире. Это Рим, наш любимый Рим, с которым я вас уже близко познакомила. Вилла Боргезе, средиземноморские деревья, которые издают зимой необыкновенный аромат свежести, смешанный с дымом каминных труб, который легко парит над крышами. Кстати, красный Альфа-Ромео внизу стоит, что так характерно для Италии. Всем доброе утро. Огромная толстая чайка. Как они сюда попадают, я все время удивляюсь. Ну, я имею в виду в самый центр. Но знаете, для жизни порой нужно вдохновение. Может быть, даже вдохновитель. Вот он, Сальвадор Дали. Нет, это не мой вдохновитель, но я уважаю его как личность, творчество. Когда приходит вдохновение, то зафиксируй его и применяй в жизни. Пара мыслей на листок, в записную книжку и потом на практику. Это очень важно, потому что если ты упустишь этот момент, если ты не воспользуешься этой важной мыслью, то возможно... Так, мне 35, и вернемся к банальному вопросу. Как же выглядит сегодня? Что же мне надеть? И... как мне причесаться? Все очень просто. Но я расскажу маленькую волшебную историю в любом случае, которую вы уже видели в моем инстаграме. Историю волшебства. Волшебство, оно у всех свое, да. То есть для кого-то это новогодняя ночь, когда единственный раз в году человек вспоминает, что стоит загадать желание, стоит подумать о себе. Для кого-то это более частое явление волшебством. Кто-то видит вокруг, в каждой детали, в каждой мелочи. Волшебство, чудо, уникальность. Это про меня. Я человек, который умеет радоваться каждой мелочи. Ну, а вот таким радостям, я думаю, просто вообще грех не радоваться. Действительно, это очень красиво. И спасибо человечеству, что оно придумало, создало такие традиции прекрасные, рождественские, новогодние, которые... создают наше настроение, ну пусть на несколько дней, но настроение детской радости, что ли. Такой беззаботности. Ладно, поговорим об одежде. Всем привет! Сегодня в ресторан я сделала совершенно легкий мейкап. Один тон, брови, реснички на один слой. И такие совершенно натуральные коралловые губы, слегка их вот так вот пальцем пропитав. Помада яркая достаточно. Далее я собираюсь надеть черное, я называю это коктейльное зимнее платье, потому что оно из довольно-таки плотной ткани, оно не совсем коктейльное, но все-таки оно идеально, я считаю, подходит для каких-то официальных событий, для ресторанов такого характера, такого уровня, и это идеальный вариант. На мне будут маленькие серьги белые, с белого жемчуга, с бриллиантами. Далее будут маленькие, скорее всего, часы красные. Я их люблю называть как акцент. Черные ботильоны такие плетеные, ботега. И я надену красное пальто, яркое, такое красивое, кокон. И также на мне будет красная шляпа. Но все это в честь Рождества. В образе Санта-Клауса практически, да. Ну и что? На шляпе у меня классная надпись «Чао, аморе». Волосы я делаю просто объемными, у меня такое каре сейчас отросшее, довольно длинное и классическое. Мне оно прям нравится, я считаю, что оно такое стильное. Вот так некрасиво кукулю завернула, какие-то у меня проборы неровные. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. В общем, примерно так.
Вот. Максимум натуральности. Все вокруг и так красиво декорировано уже рождественскими украшениями. Я считаю, что уже себя слишком как-то сильно декорировать, это будет слишком. Масло масляное, но факт. И просто хочется какой-то классики, спокойствия, элегантности, опять же, сдержанной. И сексуальности тоже не агрессивной. Вот, это самое главное. Ну все, собираемся. Let's go. Кстати, есть мы будем onion суп с сыром. Такой французский суп из лука. Не уверена, что буду его снимать. Я не снимаю еду. В общем, что смогу снять, то покажу вам. Пойдемте. Ну, как я сказала, я надеваю черное платье из натуральной шерсти, платье для зимы, для осени и наиболее подходящее для каких-то таких выходов, очень специальных, очень официальных. Сверху я надену пальто из натуральной шерсти, пальто тоже очень легкое, не имеет ни одной застежки, лишь широкий пояс, который пронизан изнутри. Моя новинка, как вы знаете из моих постов в Instagram, шляпа-берет Ciao Amore, это Leontina Vintage, мой любимый. Все это с минимальными аксессуарами, маленький кулон, маленькие серьги, локальные часы. Лифтолук. Как вы поняли, я сейчас не в самой лучшей форме, чтобы демонстрировать на себе, как на модели, все наряды, поэтому я, пожалуй, скромненько спрячусь и покажу вам фотографии. Было вкусно, пила здоровый коктейль, такой ЗОЖ-коктейль, и ела onion суп, как я уже сказала, французский луковый суп с пармезаном, с толстенной коркой. Ну, в таких местах как-то вот снимать пищу и вообще сидеть селфиться, я считаю, не самый лучший этикет, и вам не советую, поэтому все очень скромно, но гарантированно вкусно было и было приятно. Приятно, что сказать. Спасибо вам, что провели это время со мной, и увидимся очень скоро. Пока!